Сокращая расстояние, микрорайон «Новый город» со столицей республики теперь связывает современная трасса. Ее торжественное открытие состоялось сегодня, но машины по свежему асфальту ездят уже с середины ноября. Все это время рабочие благоустраивали территорию. Дмитрий Ковалев продолжит тему. 700 метров от главной трассы. Расстояние, казалось бы, небольшое, но для жителей нового микрорайона эта дорога значит многое. Ее строительство было поставлено на особый контроль. Проводились постоянные совещания, инспекции. Раньше, чтобы попасть в новый город, его жителям приходилось преодолевать примерно 10 лишних километров, добираться до существующей авторазвязки, а потом разворачиваться обратно в сторону Чебоксар. Сейчас повернуть к микрорайону можно прямо около поста ГАИ. Сэкономят время и деньги не только жители, но и строители, возводящие здесь новые дома. Подрядчики рапортуют, работы были завершены раньше намеченного срока. Проложив асфальт, еще несколько недель им понадобилось на обустройство коммуникаций. Дорожникам пришлось укладывать специальные защитные футляры для проходящих здесь газовых труб. Работали круглосуточно, работу организовали, чтобы жителям нового города был новогодний праздник, поэтому ближе Нового года мы открыли эту часовую дорогу. Эти сотни метров обошлись бюджету 80 миллионов рублей. Дорожное полотно устроено с использованием новых технологий. В его основании специальные материалы. Через годы они станут крепче монолита. Подрядчики дают 4-летнюю гарантию. Вложено около 100 миллионов рублей через конкурс, который выиграл у нас. «Чуваш-Автодор». Было сэкономлено почти 17 миллионов рублей. Эти ресурсы мы отправляем на эти же участки. Хочу выразить слова благодарности Федеральному центру Министерства регионального развития, потому что они с пониманием отнеслись и выделили ресурсы. Хотя на строительство данного участка дороги средства были выделены буквально в сентябре месяце. Дорога получилась действительно качественной, дает первую оценку глава республики. Уже по традиции официальная делегация проезжает по новой трассе на автобусе. Экзамен подрядчики выдержали. Жители теперь мечтают об автобусном маршруте. Остановочные павильоны здесь уже установили. Ездит утром, конечно, маршрут ездит, три маршрута, 54-й, довозит до сайта, ну как, по пути там. А так мы ждем транспорта. Для развития нового города эта дорога имеет огромное значение. Уже в этом году здесь дадут 240 квартир. Работы идут полным ходом. Сейчас строители благоустраивают дворы. Для новоселов создают все необходимое. Подведены все коммуникации. Квартиры уже с готовой отделкой. Электрические кухни, все, стол поставил. Все, уже все можно жить. Ну, мы рассчитываем, что здорово сработает за месяц. Ключи жильцам обещают вручить уже к Новому году. Среди счастливых новоселов будет много сотрудников полиции. В следующем году здесь планируют сдать еще около 500 квартир. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.